Здравствуйте, друзья! Я знаю, у нас на канале много молодежи, и это молодежь наша интересуется мудростью всякой житейской. Вот я хотел показать вам сегодня пример того, как логические построения приводят к хорошим результатам, так сказать, вот, вычислениям. Значит, ситуация такая, я рассказываю. Захожу в офис, вижу, девушка стоит, ну, там, беседует с нашей Анастасией, там, о чем-то. И я соображаю, что это наша студентка, но что-то я ее давно не видел. И я ей так прямо и говорю, я говорю, что-то я вас давно не видел. Она мне отвечает, говорит, я тут на некоторое время отвлеклась, выпала, можно сказать, ну вот я сейчас возвращаюсь в строй. Я говорю, а чего так выпало-то? Она говорит, вы знаете, так мне это тяжело все дается. И тут я, значит, думаю, вот это как пример рассуждения. Я пока молча все это, вот то, что я сейчас рассказываю, все молча. Я думаю, девочка молодая, ну, там, скажем, до 30, значит, симпатично. Друзья, все, что молодо, оно симпатично уже по факту молодости, понимаете? Это не всегда, может быть, в 20 лет этого не понимаешь, но так, когда постарше, ты понимаешь. Итак, девочка молодая, стала быть, симпатичная. И тут очень тонкое рассуждение, очень тонкое, друзья. Это не каждый так сходу ущучит, но мужская логика. Значит, симпатичная, значит, соображает. Вот, это тонко. И, значит, я думаю так, если она молодая, значит, симпатичная, значит, соображает, то вряд ли она не могла освоить материал и вот выпала от того, что ей там трудно было, что-нибудь такое. Думаю, это ерунда. Думаю, от чего могла выпасть молодая, симпатичная девушка? Я говорю, наверное, кавалер какой-то завелся. Ну, кто девкам палки в колеса ставит? Кавалеры. И, значит, ну и чтобы проверить догадку, я уже вслух, я ей говорю, так что, говорю, кавалер неудачный попался? А говорит, вы знаете, Михаил, говорит, сначала казалось, что удачный, а оказался, что неудачный. Вот, таким образом я подтвердил, значит, свою цепочку логических рассуждений, как бы получил подтверждение с той стороны. Вот, друзья, значит, я хотел вам, как пример житейской мудрости, в комбинации с правильно построенными логическими рассуждениями, вот показать, как оно все работает. Особенно вот для нашей молодежи. Счастливо!